Очередь на запись в детский сад. Родители оренбургских детей вынуждены тратить не один час, чтобы решить вопросы с дошкольным образованием. Сегодня наши корреспонденты стали свидетелями вот такой картины. Папы и мамы пытались узнать, в какое дошкольное учреждение записаны их дети. Я приезжаю сюда третий раз. То есть два раза приезжала сюда с ребенком. Сейчас я просто оставила ребенка у соседки, потому что его больше оставить не с кем. Но чтобы не стоять здесь, потому что, ну... Ребенок здесь, ну, не выстоит просто. Я полтора часа уже стою в этой очереди. Как нам пояснили в управлении образования, сейчас идет формирование групп в детских садах. Все малыши, которым исполнилось 3 года, будут устроены. А вот 2-леток возьмут не всех, порядка 2000. Родители как раз этих детей и пытались сегодня узнать, попали ли они в дошкольное учреждение или нет. Как нам сообщили в управлении образования города, стоять для этого в очереди не обязательно. Всю информацию родителям сообщат по телефону. Кроме того, с начала мая консультативный центр вместо 2 дней в неделю начнет работать ежедневно. Зачисление детей 2015 года началось с 20 апреля, потому что с 1 апреля по 20 апреля зачислялись дети 14 года рождения в детские сады. Это по нашему административному регламенту. Со 2 мая мы будем работать каждый день до 1 июня.